Друзья, всем доброго времени суток, и в данном видеоролике хочу рассказать про еще одно интересное ICO. Это проект ProFish. Так вот, это, как нетрудно догадаться, проект, связанный с рыбой, потому что fish с английского означает именно рыба. И, соответственно, что же здесь есть на данной площадке? Прежде всего, это онлайн-турниры. Они будут уплачиваться в жетонах Fish, эфириум или призах, таких как палочки, барабаны и другое снаряжение. Турниры про Fish будут обладать дополнительными преимуществами низких комиссионных споров, применяемых транзакционными, в общем-то, транзакциями и безопасной сетью эфириум, чтобы укрепить свои возможности. Также у них будет интернет-магазин, то есть интернет-рынок ProFish позволяет продавцам, розничным торговцам и рыбакам обмениваться товарами и услугами с помощью жетонов Fish, либо же эфириум. Члены сообщества также могут использовать данную функцию как онлайн-своп для продажи поддержанного или специального оборудования. Платежи также будут интегрированы непосредственно в магазин сообщества. А также что у них еще есть? Это награды Fish, то есть поставщики и продавцы могут вознаградить своих пользователей фишками Fish. Ленты Fish не могут быть ограничены маркой, магазином или даже границами. Ленты Fish могут использоваться для таких услуг, как турниры, онлайн-рынок и многое другое. Социальное сообщество и совместное использование. То есть сайт сообщества ProFish предоставляет интегрированную социальную платформу. У нас есть не только внутренний сайт в социальных сетях, но также сайт ProFish, который построен для поощрения внешнего обмена сайтами социальных сетей, например, такие как Facebook, Instagram, либо же Twitter. Также у них есть ярмарка и децентрализация, то есть компании, банки, кредитных карт участвуют почти в каждой транзакции и получают комиссии. Поскольку Fish является маркером Ethereum, сборы чрезвычайно минимальны и не идут в ProFish или в какую-либо централизованную сторону. Платы Ethereum распространяются среди шахтеров, то есть людей с ПК. Также это безопасный и проверяемый, в общем-то, проект, то есть все транзакции имеют высокий уровень шифрования и повышенной безопасности в сети, как раз таки Ethereum. Все транзакции также поддаются проверке, и это гарантирует, что средства распределяются надлежащим образом, и платежи, либо же не платежи, не могут оспариваться. Ну что ж, теперь про команду данного проекта. Так вот, кто входит в состав? Это, соответственно, Джоэл, аналитик кибербезопасности с 12-летним стажем работы в IT. Это Стайн, операционный директор. Вот, и, соответственно, также это Мэн, консультант по продажам, также розничным сетям и технологиям. Это Тимен, он является в данном случае менеджером сообщества. Также это Кулин, он отвечает за отношения с поставщиками. Также Ник, это спонсируемый Фишмен. И также Павел, это также спонсор Fish. Теперь про идентификатор тоже говорим. Так вот, общий, в общем-то, объем поставки 985 миллионов, десятичные числа это 8. Распределение токенов такое, что на продажу уходит 20%, на команду 19%, на баунти 12%, в резерв 20%, на IT и различные операции 10%, советникам 3% и на сбор средств 15,92%. Ну и дорожную карту тоже мы видим, то есть третий квартал это exchange listing, далее это онлайн турниры, далее онлайн marketplace, далее программа вознаграждения и потом запуск партнерской платформы. Далее белая бумага. Белую бумагу я, скорее всего, разберу отдельно в следующем видео, чуть более детально. Ну и также тут, допустим, есть обсуждение темы Bitcoin Talk. Вот, и также сведения про программу Bounty данного проекта. Ну что ж, это был общий обзор на проект ProFish. Я надеюсь, что он был для вас интересным и полезным. Тогда всем спасибо за то, что вы его посмотрели. И тогда до встречи уже в следующем обзоре, где мы как раз таки разберем white paper данного проекта.